6 лет назад инициативная группа создала первую в России добровольную пожарную охрану. Сегодня пожарная охрана – это составляющая системы РСЧС, основное подразделение системы МЧС. Сегодня в рядах Главного управления МЧС по Иркутской области 26 тысяч сотрудников. Сегодня заступает на службу 1500 человек, 600 единиц техники. Сегодня вы на страже. Народ вам доверяет и верит. Уверен, мы вместе справимся. Желаю всем вам крепкого здоровья, продвижения по службе, благополучия вам, вашим семьям и хорошего настроения. Спасибо вам за службу.